Реконструкция телятника, новые сенажные, они же силосные ямы. Создание площадки открытого типа для около 100 голов телят. В агропремкомбинате «Мир» кипит стройка. Сразу несколько проектов реализуются в хозяйстве. Вложены солидные инвестиции. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Большую роль в развитии сельхозпредприятий играет и областная поддержка. Все эти стройки, все эти изменения, это, конечно, это спасибо, надо сказать, нашему руководству области. Да. Это те поддержки, которые оказываются и на строительство новых животноводческих объектов, на реконструкцию. Да. Это поддержка и на молоко, на племенное дело. Понятно, это большое подспорье, которое, так скажем, мы на него рассчитываем и вкладываем его в дальнейшее производство. Общее поголовье хозяйства приближается к 2500 коров. Здесь же активно развивается и собственная кормовая база. Сельхозпредприятие по праву считается одним из ведущих в Кавернинском районе и в регионе в целом. Это в городе найти можно, альтернативы много работы. А у нас развивается хозяйство, и мы как бы хватаемся за это. Деревня живет, развивается полностью. То есть у нас новые технологии. Даже если взять силу моего возраста, я этого нигде не могла не увидеть в деревне, как здесь. И поэтому молодежь даже к нам тянется, не говоря о нас. Это же хорошо. Развитие таких хозяйств активно поддерживают на уровне области и в Кавернинской администрации. Сельхозпредприятие «Мир» без преувеличения можно назвать одним из передовиков двигателя районной экономики. Нам идет поддержка из областного федерального бюджета. Это немаловажно. И за последние 2 года она значительно выросла. Мы стараемся войти в любые программы, во все программы. Это далеко не единственный инвестиционный проект, который успешно реализуется в агропромышленном комплексе региона. В общей сложности нижегородские предприятия, которые участвуют в различных областных программах, в том числе и в профильном национальном проекте, получат дополнительное существенное финансирование. Это позволит в ближайшее время создать около 200 новых рабочих мест. Сергей Щеплягин, Алексей Зевлов из Кавернинского района. Время новостей.